В соответствии с решением нашего президента было принято решение здесь строить комплекс «Ангара». В соответствии с этим решением здесь разместили рабочее место по подготовке ракетоносителя «Ангара». Это уже другой класс ракет. Это уже совершенно новая ракета, современная ракета. Если та ракета полуавтоматическая, то это полностью автоматическая ракета. Союз형 ракеты 비하면 이것은 완전히 새로운 형 ракеты고 그 완전히 자동적인 ракета라고 말할 수 있습니다. У нас в стране созданы ракеты уже легкого класса «Ангара». Вот ее характеристики двухступенчатые, вот они шли. А это средний. Это вот диаметр, сказали, что 8 метров там написано. А это включая вспомогательные блоки? Да, это все вместе в собранном виде, вот в таком виде 8 метров диаметр. Да, 맞습니다.